Общественные работы как административные наказания могут появиться в обновленном кодексе об административных правонарушениях. Об этом сообщили в Минюсте. На презентации проекта документа в Мажилисе вице-министр Алма Муканова отметила, что сейчас наказание в виде общественных работ существует только в рамках уголовного законодательства. Ведомство считает, что как минимум по 11 статьям кодекса возможно применять принудительный труд как наказание. Среди этих статей – побои, мелкое хулиганство, распитие алкоголя и приставание в общественных местах. Исполнение данного вида наказания предлагается закрепить за местными исполнительными органами. Применение принудительного труда в рамках административных дел возможно по целому ряду составов. Нужно, однако, сопоставлять административное взыскание с характером и степенью общественной опасности административного правонарушения, его последствий, обстоятельств совершения и личностных особенностей виновного.